Разметка – одна из наиболее важных этапов нашей работы. Размечаем брыли. В нашей кроссовке достаточно интересный тип старения. У нее фактически нет жировых отложений. Это хорошо с одной стороны. С другой стороны, кожа тонкая. В жировой клетчатке все-таки проходят сосуды. Он нас обезопасивает в плане различных ишемических нарушений. Вот, поэтому ну, здесь надо работать аккуратно. Но избытки, конечно, колоссальны. Пациентка сказала, вы работаете в индустрии красоты, так? То есть с лицом поработали уже, наверное. Работала. Работала, да. Ну что, ждем. Ждем интересно. И ждем интересные находки в лице. Ну, красота – страшная сила. Также у нас чуть-чуть вниз голова, зайчик. Вот так. Обязательно область отслойки. Знаете, минус тонкой кожи в том, что не можем сильно отслоиться. Возникает проблема ишемического характера. Поэтому здесь такая должна быть очень аккуратно. Выше голову. Отлично. Я готов. Я тоже. Увидимся скоро.